Советское время строили на века. Эта мысль не раз приходила в голову всем, кто наблюдал за тем, как 5 августа в Иванове взрывали элеватор. Уцелевшую после промышленного взрыва часть мукомольного комплекса в Иванове в настоящее время дробят гидромолотом. Работы ведут в исключительное время с перерывом на выходные, чтобы шум не мешал жителям близлежащих домов. Закончить планируют к 28 августа. В среднем в день удается демонтировать один цилиндрический силос. Как нам пояснил руководитель петербургской компании ООО «Промстройвзрыв», замеры по уровню шума и пыли проводились. Показатели не превышают допустимых значений, а территория вокруг надежно защищена от проникновения посторонних. ООО «Зернопродукт», которому раньше принадлежал комплекс строений, не функционирует более 5 лет. Как нам стало известно, нынешний владелец земельного участка планирует построить на этом месте элитный жилой комплекс. Однако, как сообщили в мэрии, официальные документы в профильное управление еще не поступили. Кроме того, данный участок земли является территорией промышленной застройки, а значит, предстоит провести публичные слушания и решить ряд других вопросов, прежде чем здесь начнется строительство.